В окружной администрации прошло совещание по вопросам организации работы скорой медицинской помощи. Основными темами стали время доезда бригад на экстренные и неотложные вызовы и планирование их маршрутов. На встрече присутствовали глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, главврач Московской областной станции скорой помощи Сергей Попиянц, заведующий местных подстанций и общественники.